Бессмертный полк впервые вышел на улицы Еревана. В его рядах была и Лилит Мадунс. Больше 3000 человек вышли на улицы города почтить память героев, погибших в Великой Отечественной войне. Участники со всех областей Армении и из соседней Грузии. Я с температурой проехала 300 километров, чтобы пройти в Бессмертном полку со своими дедушками. Они служили в Воронеже, доблестно сражались, но никто из них домой так и не вернулся. Это большой праздник, день памяти всем тем, которые отдали свою жизнь, свой труд, чтобы сейчас был мир над нашим небом. У каждого в бессмертном строю есть своя особенная история. Армянский народ отправил на фронт 6 дивизий. Самая прославленная, 89-я, Таманская, дошла до Берлина. Среди крупнейших военачальников Великой Отечественной войны армянами были 4 маршала и адмирал флота. Сегодня я несу портрет маршала Баграмяна. Он был дважды героем Советского Союза. И не важно, что он мне не родственник. Ведь мы, армяне, как одна большая семья. Поэтому я не могу передать свою гордость, что мне доверили его портрет. Акция «Бессмертный полк» в этом году собрала 3000 человек. Это в 2 раза больше, чем в прошлом. В колонне гражданские, военнослужащие, сотрудники дипломатических представительств стран Содружества в Армении, представители патриотических и молодежных организаций. Акция «Бессмертный полк» приобрела действительно всеармянский характер. Большая честь, что на самом деле так много участников сегодня присоединились к нашей акции. Шествие бессмертного полка завершилось у памятника Нельсону Степаняну. Участники акции возложили цветы и почтили память героев. Лилит Мадунс, Арман Симонян, Мир 24.